дальше. Ты нервный, дальше, блядь. Дальше. Тебя все нахуй не устраивает. Марина, ты едешь на шуслайки, блядь, ездишь. Выходи, говорю, открывай. Зато моя и не в кредит. Серьезно? Да. Так а у меня Порш, блядь, не в кредит, и крузер не в кредит, и квартира не в кредит, и все остальное не в кредит. Ты что мне хочешь рассказать, блядь? Тебе сколько лет, блядь? Мне? 26. 26, блядь? Да. Здорово, очки поправь. В 28 у меня был ребенок. У меня уже была квартира и все остальное. Поздравляю, я тут при чем? Ты кто, блядь, чмо? Ебаная. Марина, выходи, говорю. Ты выходи. А вы с кем и почему так разговариваете? С тобой и потому что. Вам никто не позволяет так со мной разговаривать. Послушай, просто мне хочется тебе, мальчик, сказать. Что? Ты, блядь, если бы был дохуя умный, крепко за баранку держись, осел. Вот ты бы не держался за эту хуйню. Понятно? Если бы ты дохуя был умный, а если дохуя ты тупой, вот поверь, крепко за баранку